Всем привет, друзья! Давно не был на турничках, брусьях. Сегодня будем зарубу делать с вот этими мощными подростками. Прикол в том будет, что они вдвоем против меня одного будут. Это будет жестко, и я уверен, что я обречен на провал. Потому что если они сделают 20 и 25 подтягиваний, например, в сумме получается 45, и мне кажется, я не смогу сделать 45. И также мы будем соревноваться в подтягиваниях, в отжиманиях в обычных и в отжиманиях на брусьях. Ну, посмотрим, что будет. Полетели. Ну что, кто первый будет из вас? Давай, я начну. Давай, полетели. Ну да, раз, два, три. Weed is tight, weed is tight. Lifestyles of the broke and famous. Trying to figure out what my goals and aims is. Going down a road that I... 24. Полетели. Know it's tainted. She rarely give it up, but she knows I'm anxious. So impatient when it comes to whiskey. And if I die young, man, I hope they miss me. Well, God forbid that. Ну, я думаю, первые 10 можно засчитать, да? Потому что остальное там просто наполовину было. Сейчас мы пересмотрим и засчитаем. Короче, получается, что Андрюха сделал 24, он сделал где-то 3 чистых, но пусть 10 будет чистых. Мне надо сделать где-то 34, это будет сложно. Ну, они не до конца разгибали, у меня есть шанс тоже не до конца разгибать, поэтому поехали. And big L, smoking the big L, the shit we talk, we live that. I'm still young, I'm still dumb, can you forgive that? One day I'll grow up, I'll get it intact. I got... Нет, я вчера спину качал просто весь день. 7 подходов сделал, поэтому не катит. 26, да, сделал? Я слил в этом, 1-0 в их пользу. Теперь будем делать отжимания на брусьях, опять же, они вдвоем, считается общее количество. И потом я делаю. Я думаю, я опять солью. Ну, посмотрим, поехали. The girl that knows every single lyric. She love the way I talk, she love my syntax. They say that music's in a crisis, but it's been whack. So I listen to the killers and kill these niggas. And I bet I'll regret this in a decade. This is the way I live. Young boy still pushing big whips. Give money, lay low. 30, да? Да. Секрет, у нас карман есть для этого. У вас есть карман, а у меня просто перчатки, которые не греют. Они сделали в общей сумме 53 раза. Это вообще дичь. Мне кажется, я столько не сделаю, это 100%. Но попробуем. Это долбанное издевательство. Но я в скором времени буду делать 55. Отвечаю, я сейчас тренирую, как раз сегодня еще побомбим после зарубы. Переходим к отжиманиям от пола. Ну что, переходим к отжиманиям от пола. Сейчас они сделают общее количество, посчитаем. Потом я сделаю. Я что-то уверен, я опять проиграю. Но это ничего страшного, это норма. Зато есть какая-то мотивация делать больше, чем 2 человека делают. Поэтому полетели. Давай, полетели.
А раз, а два. Years later, now I'm big boy status. Name semi-known, but we don't act average. Could've went to school, but I followed a passion. I'm a New York rapper, and I'm one of the baddest. Crib so lavish, I'll be good with a bad bitch. Сорокет. You would think they savage. Happened for a reason, man, it wasn't an accident. With some French girls and they all got accents. Show in New York and they all got passes. Bounce her out the door and we all got past them. 41, блин. Ну что, делать надо. 82 отжимания. Это будет сурово, учитывая, что я только штангу жал все время. Полезли. Mars might not be aware of who I am, but you'll know who we are. I'm just asking, can you hang, girl? Can you keep up with my words and my slang, girl? And I can't lie, nothing is the same, girl. But tonight, you'll be entertained, girl. The way I live, young boy still pushing big whips. Give money, lay low and chill. So trill, so ill, so real. I'ma do what I feel. Пугайтесь, люди. Еще пять. Говорят, они тут не водятся. Учитывая, что мы брусья сделали, это вообще жесть, у меня трицепс отказывает просто. Со мной все нормально, не переживайте, со мной все хорошо. Ну что у нас получилось? У нас получилось 2-1. Я очень старался в последнем упражнении, поэтому поставьте мне лайк. Если вы были где-то поблизости, не думайте, у нас в Нарве не появился медведь, это был я. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал и поставьте им тоже лайки, подпишитесь на их каналы, которых нет. Будут, возможно, когда-нибудь. Андрюха хочет канал замутить, поэтому напишите в комментариях, хотите вы на него смотреть или не хотите. И все, пока, увидимся в следующем выпуске.